Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Хафтер не стал подписывать соглашение о перемирии в Берлине. Во время международной конференции по вопросам Ливии, проходившей в Берлине 19 января, именно командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтер отказался подписывать соглашение о перемирии. Данную информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный дипломатический источник в Москве. По словам источника издания, за маршалом было замечено странное поведение. Хафтер не выходил на связь, отключил телефон, а также покинул конференцию без предупреждения. Следует отметить, что международная конференция в Берлине состоялась после переговоров конфликтующих ливийских сторон в Москве с участием представителей России и Турции. В тот раз Халифа Хафтер покинул российскую столицу, не подписав соглашение о перемирии с правительством Триполи Фаеза Сарраджа. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военноедело.ком.